Кухня ЖКХ. Мы продолжаем цикл программ, посвященных непростой теме ЖКХ, вокруг которой множество мифов и споров. Экспертом проекта Кухня ЖКХ выступает Павел Валентинович Еропкин, генеральный директор УК Актив Комфорт. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой самый частый вопрос вам задают собственники? За что мы платим? Самый самый часто задаваемый вопрос: за что мы платим? Конечно вопрос, за что мы платим, он правильный, он должен присутствовать постоянно у жителей, потому что это требование именно современных условий, в которых мы живем, экономических, потому что люди должны понимать, куда, по каким, на какие статьи деньги наши уходят, чтобы они понимали, и правильно формировали дальнейшие свои действия какие-то, и выстраивали отношения с управляющей компанией. Поэтому, чтобы понять, за что мы платим, в первую очередь нужно разобраться вообще, а что мы платим. Uh -huh. Мы платим, собственники платят за содержание и обслуживание общего имущества. Содержание и обслуживание, эти, форми... эти два слова, содержание и обслуживание, тоже нужно понимать, что они, что они в себя представляют. Обслуживать, это не значит ремонтировать. Содержать это не значит производить какие-то капитальные вложения и производить какие-то суперработы. А содержать можно территорию, подметать, убираться. Uh -huh. да. Содержать можно фасад здания в части того, нет ли на нем надписи, и обследовать, составлять акты а, по, значит, его осмотрам, да, составлять акты осмотра, а, готовить дефектные ведомости, готовить документацию проектную, сметную, вести а, расчеты с жителями, да, выписывать а, там квитанции, оформлять договорные отношения, а, договорные отношения с, с жителями, договорные отношения с нежилыми помещениями, договорные отношения с поставщиками коммунального ресурса, с подрядными организациями, так это тоже относится к содержанию обслуживания Обслуживание то же самое подразумевает по собой. Это регулировка, наладка того или иного коммунального ресурса, который подается. Электрическая энергия, там, вода, горячее, холодное, отопление, канализация, работа освещения в подъездах и так далее, и так далее. То есть это тоже обслуживание. Нужно проводить периодическое обслуживание согласно графиков производства работ. Это значит где-то там подтянуть, прочистить, заменить какие-то определенные моменты. Это обслуживание. Поэтому жители тоже это должны понимать, что содержание, обслуживание это не значит, что вот сейчас прям пришли с мастерком и все быстрее там заделали. Mm -hmm. Поэтому содержание обслуживания как раз раскладывается в тарифные составляющие. Есть тариф. Тариф, что такое тариф? Тариф это вот как раз та величина минимальных затрат или каких-то затрат, которые необходимы при содержании общего имущества. Бремя ответственности за содержание общего имущества, оно лежит на собственных квартирных домов. Управляющие компании обязаны создать безопасные и благоприятные условия для проживания граждан за счет средств собственников. Это чтобы они понимали, то есть деньги только их и участвуют в содержании обслуживания. Никто другой нам денег сейчас не дает. Ни муниципалитет, ни государство, как говорится, практически программы все свернуты как таковые. Поэтому в тариф, он может быть утвержден в первую очередь только собственниками. По идее, согласно жилищному кодексу, не то что по идее, а вернее, по жилищному кодексу, общее собрание собственников является основным органом управления на картинным домом. И собственники на своем собрании должны принять решение, какой тариф нужно им на этом доме, исходя из состояния. Дома инженерных коммуникации предложение управляющей компании, которая говорит, вот мы обследовали ваш дом, дом болен, там на 10 миллионов рублей диагноз, да, а мы вот при том тарифе, например, который сейчас у вас существует, собираем всего лишь там 500 тысяч в год. Как выполнить на 500 тысяч рублей все, что мы хотим? Да, то есть нужно раскинуть, раскидать это все по первоочередным задачам, сказать, вот без этого нельзя, в зиму не войдем, там это, это, это. Вот. Поэтому складывается вот определенный тариф. Мы знаем, что необходимо обслуживать газовое оборудование. Согласно визионному постановлению есть печень минимальных, печ, минимальная печень работы, за которой контролирует и следит и жилищная инспекция, и прокуратура, и все надзорные органы. Быть, должна быть дезинфекция, диротизация. Да, должна быть обслуживаться, газовое, внутридомовое газовое оборудование, вентиляция дымоходы должна обслуживаться, должна обслуживаться электрика, проверять фазу ноль, чтобы не, не произошло возгорание, да, то есть именно общее имущества Необходимо обслуживать санитарное, инженерное оборудование, это все коммуникации, да, их содержать и обслуживать. Это должны быть слесаря, мастера, там, плотники, электрики, Штукатуры, сварщики, их нужно всех содержать, чтобы они находились в любой момент, могли произвести тельные работы. Необходимо проводить работы По благоустройству содержанию Как при домовой территории Так и местного общего пользования личных клеток там, Подвалов, чердаков и так далее Это тоже опять же как бы нужно Дворника содержать, уборщицу Мастера, который контролирует эти все процессы да. Нужно зимнюю уборку производить Летнюю уборку Нужна техника для того, чтобы заключить договор С специализированными организациями Чтобы значит, убирать снег, там, чистить его, подметать Купить противогололедные материалы Песок песко соляной смеси и так далее то есть вот это вот в купе нужно естественно вести претензионную работу работу с должниками работу с коммунальным ресурсом который там заключаем договоры да, с, где там поставка коммунального ресурса осуществляется там плохо и хорошо это наши договорные отношения которые мы за, за собственником решаем это тоже как бы ресурс это, это бухгалтерия, это экономисты это юристы инженеры и так далее, и так далее. То есть вот если разложить весь этот тариф, то это вот таки, такие-то деньги, да, а когда это все разложишь, получается, вот столько-то остается, там, рубль, например, с квадратного метра остается на все остальное. Ну, то есть практически остается вот на ремонт, конкретный ремонт. И когда ты посчитаешь, что порой, из, вроде бы мы платим 19 рублей с квадратного метра, да, денег, а в конечном итоге, когда это все разложилось когда заключили договора со специализированными организациями, со всеми тех, кто должен выполнять вот этот перечень работ, остается 2, 3, полтора рубля, по-разному, потому что дома разные, а, и по площади, и остается этот рубль, и когда его начинаешь умножать на квадратные метры, да, то есть это там 5 тысяч квадратных метров на рубль умножь, это 5 тысяч э, в месяц умножаешь на 12, и получаешь 60 тысяч рублей в год. Но 60 рублей тысяч в год, что ты хочешь сделать? Ну, канализацию заменить, которая стоит там миллион, там, грубо говоря, или там 500, тысяч, или 600, или горячую воду, холон, ну, не заменишь. Поэтому, вот, поэтому жители должны это понимать, что вот тариф, вы должны сами сформировать и сказать, мол, да, 19 рублей это мало. Мы хотим, чтобы у нас была консьержка, мы хотим, чтобы нам каждый день убирались, подметали, чтобы у нас дворник жил, прямо не уходя от дома, прям окурок бросил, а тут же его поднял, почистил, чтобы слесарь прям вот был, только здесь находился постоянно, да. И... Так далее, так далее. Тогда, значит, это нужно понять, сколько это денег на это нужно, какие зарплаты людям нужно платить, чтобы они э, эту работу выполняли. Да? то есть и, э, Тогда этот тариф будет не 19 рублей, там, а, грубо говоря, там, 40, 50, 80 рублей с квадратного метра. Да? То есть, э, это один момент. Понимаем, что не, не, не так-то легко и просто это сделать, потому что ну, жизнь, мы не с небес свалились, да, то есть понимаем, где мы находимся, какие зарплаты и так, далее, и так далее. Поэтому люди должны на это сами обращать внимание. Но если люди неактивны и не, не принимают в этом участие, как бы мы ни доносили до них эту информацию, то, конечно же, если они не приняли решение в течение года, в, ну, в конце года, например, на следующий год, решение об а, том тарифе, который у них будет на доме, то применяется уже тариф, который будет утверждать администрация, исходя из всех вот этих минимальных перечней, которые сложились на рынке этих услуг. Сколько стоит это все? Вот они уже э, муниципалитет считает это все и утверждает этот тариф и говорит: вот для этой категории дома 18 рублей, для этого 1959, для этого 20, 21, 23, 24, 25 и так далее, в зависимости от благоустроенности. И тогда вступает в силу этот тариф, на основании этого тарифа уже управляющая компания раскидывает этот тариф, да, смотрит, какие там а, затраты нужно понести, чтобы выполнить эти работы. А, поэтому вы должны вот именно, а, люди да, должны этого понимать. Если мы вот говорим, из, из пример опять же привожу, например, 19 рублей тариф, из них 3 рубля с квадратного метра уходит на содержание и обслуживание инженерных коммуникаций. 3 рубля. Что такое 3 рубля? Берем среднестатистический дом, там... 3, о, это, там, 5 тысяч квадратных метров, 4,5 тысяч квадратных метров, вот так, если пятиэтажки мы берем, да, то есть, ну, для подсчета математического быстрого умест считаем 5 на 3, 15 тысяч рублей в месяц. 15 тысяч рублей в месяц – это зарплата слесаря, сварщика, плотника, маляра, штукатура, мастера и так далее, и так далее, и так далее. Это человек 6-7 нужно на 15 тысяч содержать. То же самое касается, и еще за, с, с этих 15 тысяч нужно заплатить налоги. Нужно еще 30,5% э, отдать страховых, НДФЛ заплатить и так далее, и так далее, и так далее. То есть там от 15 тысяч остается там 1012-11, да, то есть вот на этих всех специалистов. То же самое по уборке. 3 рубля уходит на уборку придомовой территории и на уборщицу. Рубль 70 там, с квадратного метра на дворника, рубль 30 на э, эту, уборщицу. Тоже умножайте, получается там, э, по 6, по 5 тысяч рублей вместе с налогами. Вычитаем налоги, получаем, что дворник с этого, на этом доме должен получать 2,5-3 тысячи рублей, грубо говоря. Да? Но ему надо купить еще лопату. Там, следить за, за униформой, если она так, как таковая у нее износилась и так далее. То есть, вот, это вот как пример. Порой говорят, а за что мы платим? Ну, вот считайте, за что мы платим. Платим вот именно за это. Естественно, там, управляющая компания, за то, что вот у нас там 36 специалистов в управляющей компании работает, да, то есть, вот эти вот 3,5 рубля это управление, да, остается у нас. Ну, вот считайте, это где-то порядка там 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей это, будем говорить, председатель дома. Ну вот управленец. Вот, вот, вот ты управляй и командуй, вот тебе зарплата 16 тысяч рублей. Вот за 16 тысяч рублей ты управляй, занимайся этим домом за 16 тысяч рублей, чтобы говорить, за что мы платим вот такие бешеные деньги. И когда ВДГО нужно заплатить, там рубль с лишним, да, потому что количество стояков оценивается на рынке, там, облбытгаз, газ, там, Газпром распределение, кто угодно, цены практически у них одинаковые только вопрос опять кто оперативнее и эффективнее работает у кого как говорится меньше бюрократии да, и ну, ответственности больше опять же тоже вот этот, эти деньги ушли и так вот если посмотреть то Формируется он говорит, именно таким образом. Еще раз говорю, что, конечно, управляющая компания должна постоянно контактировать с населением, постоянно а, создавать вот эту вот атмосферу а, понимания финансового состояния дома, а, работать с советами дом, домов, председателем. Когда работаешь с советом на квартиру дома, с председателем, который понимает именно бюджет дома, он четко и ясно знает, что ну, ну нет денег, но 150 тысяч мы накопим в течение года, исходя из, того, из этого тарифа, 150 тысяч всего лишь на ремонт. Поэтому мы говорим, что вот с председателем говорим, ну вот смотри, давай вот, вот отремонтируем подъезд, сделаем вот эту, вот эту трубу, сделаем вот здесь, подлатаем вот это. Договорились, вот сметы, смотри. Он, да, все так. Все, тогда он уже с жителями сами работает, и мы вместе работаем. Они понимают, что ну нет других денег. Ну нет других денег. Чудес не бывает. Хотим что-то сделать, значит нужно отложиться. Не получается сейчас, значит нужно отложить. Не получается вообще на, на, на перспективу, значит надо ждать капитального ремонта через фонд капитального ремонта, да, или принимать какие-то действия, чтобы перейти на эту ступень. Но опять это все собрание, опять это через определенные, так сказать, рычаги, которые, про которые прописаны в Жилищном кодексе. Поэтому чудес не бывает, чудес не бывает. Хотим достойно хорошо жить, значит, надо хорошо и понимать, как правильно платить, какие деньги платить. А теперь рецепт экономного потребления от кухни ЖКХ. Ну, я бы всем порекомендовал обратить особое внимание еще и на то, как расставлена мебель на кухнях, да, то есть в первую очередь на то, где стоит холодильник, что не надо холодильник ставить рядом с газовой притой, да, что не надо заставлять окна цветами там загораживать освещенность, чтобы частенько приходилось включать свет на кухне, вот, и вот как бы основное именно заключается в этом. Где, как, что стоит? Где стоит стоит стиральная машина, если вы хотите ставить на кухне, где холодильник, где открытое окно, чтобы можно было проветрить и было светло. Управляющая компания Актив Комфорт приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В. Телефон 222 892. Кухня ЖКХ.